Ну, что вам, во-первых, первым делом сказать? Классный синт, кучу ручек не знаю, кручу на слух. Примерно что-то знаю на английском, что здесь написано, поэтому так и получается. Вот, поэтому я не спец, не читал туториалы по нему, не смотрел, вообще не смотрел туториалов. Ну так, краем глаза. Просто время от времени прихожу посидеть, покрутить. Так, давайте начнем с того, что L1 максимайзер закинем на него. Подожмем сразу, чтобы было погромче немножко. Еще себя представляет, будет звук. Вообще, основа всех звуков. Низа, да, это у нас синусоида какая-нибудь с блендером, не знаю, из блендера, которая с разными, с добавлениями гармоник на низах, да. Вот, в принципе, вот у нас саб, октаву ниже делаем. Делаем 16 голосов, тоже тюним ее. Так, вначале это закрыто. Тюним ее на октаву какую-нибудь нам, давайте. Вот, в принципе, мы ее затюнили, плюс саб будет. Нормально, да? Окей, погнали дальше. Там, блин, что я обычно делаю? Там зайду в компрессор, сделаю мультибенд, подниму трэш-холд, ратио могу не трогать. Тут у нас уже красиво начинает звучать. Более-менее можно включить фейзер. На фейзере подкрутить глубину. Опять же, возможно, потом придется отключать. Ой, походу по ушам режет. Сюда больше покуда я не лезу. Давайте обратно в осциллятор зайдем. И зайдем в осциллятор сюда. Фильтр. Два фильтра пока включим. Смотря что мы хотим сделать. Да, вот смотрите. Давайте мы добавим кривера красивого. Как всегда. Чтобы понятно было, ну пусть он у нас по стандарту стоит. Так, только дуал и стерео. Мы за это забыли сделать. Ну и давайте посмотрим, что у нас там. Какой длинный хвост. Ну, это так, все простецкое пока что, да. Ну, давайте мы какой-нибудь нормальный фильтр добавим, типа такого. И первую автоматизацию лупанем, что-нибудь придумаем там. Вначале, вот, ручку вверх-вниз, по какому диапазону мы будем, он будет у нас скакать на LFO. Так. Потом помедленнее вот. То есть нам всего лишь надо ликит плавающий бас. Вот. По сути, тут можно теперь во фильтр глобальный зайти немножко. То есть нам тут. Ну, пусть он там у нас немножко двигается, как там, кому удобно. Там можно... можно вообще чуть-чуть, да, добавить самого. Ну, получается, похоже очень как на фейзер, да?
Возможно, потому что он поджимает высокие. Дальше, да, можем отключить. Тут у нас сабик обычный. Что вообще можно прикольно делать? Плаки можно прикольные, басы. Но опять же, то, что этот синт умеет считывать волны, да, с аудиофайла, не буду показывать как. Можно из моих тех же басов, которые я сейчас сделал, там, ресэмплингом, скопировать все определенные волны после обработки всех, да, вот это, эквалайзеров, ночь фильтров. Можно прикольные басы. В принципе, смотрите, вот VRTables, это Virtual Riot делал, да, вот его гроулы, он там делал морфинг из определенных волн. Можно тоже что-нибудь, в принципе, сделать. Давайте пока это замьючу. Тут. Как всегда. Ну, тут, в принципе, тут автоматически уже будет звучать круто. Бас. То есть он автоматически, да, и то есть давайте посмотрим, вот сколько, видите, у него волн здесь. Так. И можно автоматизировать как нам надо. Давайте поставим автоматизацию на white position, и он будет двигать очень, очень быстро. Мне это не надо, вау-вау-вау, мне какой-нибудь просто плавающий, двигающий бас. Опять я отключаю, делаю как там неудобно. Там триггер. Так, еще медленнее, да? То есть давайте. То есть можно выбрать, как нам удобнее, там вообще прописать, точечки поставить, там как нам надо. То есть, таким образом мы его можем оживлять. Опять же, ну тут уже готовый VRTable. Там можно посмотреть вот эти всякие штучки. Честно, это что-то с варпингом там связано. Ну, бляха, не знаю, что это. Так. Ну, там с волнами он что-то делает. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что он делает. Вот, подтягивает волны, там умножает. Вот, точно, видите? И уменьшает. Бля, ну, что давайте моно поставим здесь, потом давайте сделаем портамента, и будет такая штучка. То есть, да, вот мы можем сейчас по октавам бегать или там, не знаю, по квинтам, по терциям вообще, по интервалам. Давайте легато попробуем, чтобы оно только... Ну, вот таким образом и скачем, да? Давайте с пилой, да, теперь смешивать. Весь жир, да, пила, скажем, это типа, блин, по сути, дисторшена. Но это еще не все. Давайте включим и добавим сюда нойза. Лучше всего вообще получается всякие вообще, ну... живые сэмплы из каких-нибудь перкуссий мне больше всего нравятся, которые вообще уже по стерео там расхерачены. Не то, вот. Так, здесь выключим, выключим.
потому что после потом, после сатурации нам нужен будет этот шум. Поста. Так, помимо этого, мы можем сделать из этого плаки, не только плаки, добавить, например, крутой делей. Но опять же, делей пока нам можно, в принципе. Пинг-понг. Так, фидбэк. Что дальше? Допустим, мы вот сделали такой бас, потом можно дальше сидеть его там, что-то с ним делать, сатурна добавить, сатурации, да, любой можно сатурации, какие вы вообще умеете. Я не спец по сатураторам, вообще недавно только потихонечку начал их пользоваться. Ну, в свое время все приходишь к чему-то. По-разному можно, да. Да, те же warm, clean, broken. Я не буду рассказывать, что, какое отличие, потому что, честно, не знаю, не читаю туториал. Я со звуком просто экспериментирую зачастую. Что-то не то, я куда-то не туда. Ясно. Давайте после, то есть можно даже переборщить с дисторшенами и все. Сколько угодно, вон тут же так же у нас. Как из этого сделать плаг? Легко. Давайте автоматизируем. Так, 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 так. Поставим сюда вначале. Можем чуть-чуть загнуть, чтобы не слишком сильно лупило. Триггер. Мод. Мы еще не кидали, никуда не кидали. Так, оно у нас будет идти с нуля, да? Такую ручку пододвигаем на максимум и сюда. То же самое на другие проделываем. Мы на максимум ручку. Не обязательно, можно не до конца, можно вот так вот. Ну, это таким образом. Но опять же, мы еще должны сделать на основную громкость, да? То же самое проделываем на басе.
Просто стою сейчас на слабой доле, поэтому он от секвенсора. Здесь можно такие штучки делать. То есть автоматизацию панорамы, во-первых, ну, блин, я думаю, можно, наверное, прикольную сделать. Давайте. Давайте попробуем, у нас тут еще инвелоп есть, и лофото тоже, в принципе, есть. Можно по-разному нарисовать нам автоматизацию этих басов. То есть, если это мы отключим All Destination. Так, подождите. Вот. Как всегда, триггер. Так, у нас фильтр здесь ходит, да? Фильтр. Ну и со всеми, в принципе, остальными. Тут можно тоже. Ну, на самом деле, это, во-первых, от ваших задач, как вы хотите там настроить панораму, плавающий бас этот. Потом применять. Саб не будем трогать. Сейчас накидаю так, чисто по теории, какие плагины могут что-нибудь прикольное сделать с басом. Все вы знаете, когда увлекался кто-то там дабстепом и тому подобное. Тут, в принципе, если даже не умеете крутить, я не буду рассказывать о нем. В принципе, я и так сам, так, опять же, интуитивно. Можно попробовать разные пресеты. Yeah.
Я вообще сейчас уши не жалею, да? Давайте до дисторшена. Использовать там подбирать нужен мне на данный момент чисто пресет. Что мы сделаем дальше? Давайте, так что у нас там раньше было, послушаем, что сейчас. Давайте помимо этого поставим сейчас клип. Наверное, поставим не триольный ритм, потому что триольный круто звучит, потому что это трейлерный ритм. Сейчас тую. Вот. Duplicate, freeze track. Эй. Flatten. Так они так звучат. Блин, еще мне очень нравится все это под фильтром, да? Когда самый финальный фильтр у нас здесь, скажем так. И он крутится. Миди лерн. Эй, не хочешь? Миди лерн. Давайте тут миди лерн. Эй. Миди лерн. А, ну идите занятия. То есть нам надо мягкий бас, по сути. Так, дубликейт, давайте тут поставим этот. Давайте на 16-х сделаем. Здесь наш ритм. А здесь мы сделаем вообще байпас. Давайте я сохраню проект. Что-то все резко замолчали, у меня там стрим случайно не полетел. Так, я выключу. Фристрек. Флаттен. Фристрек. Флаттен. И теперь с этими сэмплами, даже вот с этими хвостами, кстати, это круче всего на самом деле, хвосты. Давайте мы это отложим, я даже с хвостами поработаю. Пока они, потому что под фильтром уходят. Ну и что? Например.
Так, где у нас там какие басы? Давайте послушаем. Так, где группа? Вот она. В принципе, вот здесь может пойти вот этот кусочек. Пусть он зайдет сюда. Или наоборот, вот этот сюда. Здесь у нас что еще? Где у нас пробелы? Хвосты. Ну, можно пока поотрубать местами. Не знаю, сейчас как получится. Давайте. Ну, само естественно, это давайте в басы засунем, там как раз сайдчейн. Ну и что, помимо этого, вот этот наш, то есть с этим вообще я очень люблю там потом реверсить, потом как-то, блин, подбирать какие-то моментики, да, мы сами можем нарезать сэмплы, и это самое крутое счастье, которое у нас есть. То есть мы сами составляем какие-то, блин, триггеры из этого, там, так, где басы, так проще с ними будет работать, в этом, это конструктор, не, так и никакая. Потом их можно сжимать, опять же, еще раз сатурировать. Потому что я там люблю мягенькое звучание. Я их постоянно под фильтрами. Что угодно. Нет. Лучше всего найти на самом деле вот эти дырочки, но это опять же надо подбирать, где там, вау, дырочки. Или как они там перекликаются, например, вот эти два баса, первый пошел, потом второй. То есть вот это, да? То есть как раз здесь место освободилось для него, и вот это они так, вау, бля. Еще опять же сатуратором можно лупануть, он так красиво его на высоких сделает, опять ставим, смотрим, жмем что угодно, рити фити ти пити. Бляха-муха, у меня же здесь трейлер был. Блин, я сохраниться должен. Вы не напоминаете мне, когда сохранить? Чё, всё-таки, блин, как-никак материал, который можно потом, блин, как минимум впихнуть куда-нибудь, что-нибудь. То есть, вот, что у меня до этого было, да, всякие... Ой. Бляха, у меня, наверное, там такие перегрузы на ушах, потому что я слушаю. Давайте посмотрим на зоне.
что у меня там вообще происходит. И уже 33 минуты, мне надо скоро выезжать домой. То есть уже желательно. Спать хочу, уже закрываются глаза, уже завтра сюда приеду днем. Может, что-нибудь и покажу, может, нет. Там, насчет как бы обучения или что там, кто хочет приехать в Минск в гости, пишите в личные сообщения. Цена вообще $200 за месяц. Пока что $200 за месяц, 40 часов будет где-то занять. Смотрите, какие красивые басы получаются, посмотрите. Реально очень красивая по стерео получается картиночка. Ну чё, да, вы хотите в пляс? А где я не удалил? Скрипки. Не, муки удалить, я что-то их не вижу. Как будто не загружал. Ладно, не будем скрипочки мучить. Ну и сейчас же можно наши дабстеп-ударные смешать басами. Хотите попробовать? Вот, смотрите. Где там этот плагин? Морф. Вот, оставим этот основной морф на группу. А ударный у нас здесь. И в ударных я выбираю. Что там я выбираю? Группу 4. И инморф. Ой, не то. Где это? Давайте с перкуссией попробуем. Смотря в чем вы работаете. Маршрутизация, как и во всех, вообще, ну, как бы шутеры Эдди там от этого изотопа зона пользовались, нет? Сейчас расскажу. Там был. Так, давайте какой-нибудь бас смешаем с другим басом. Вот давайте вот этот. Нет, это не он. Что-нибудь такое крутое. Например, возьмем басы крутые, уже накрученные Virtual Riot. Давайте. Они красиво нам вообще оживят морфингом наши басы. Только где они? Как всегда, у меня с поиском такие проблемы. Ну вот. Смотрите, бас, даже бас луп. Только нам надо наша буковочка F. Вот. Окей. То есть нам сейчас надо это будет смешать. Давайте. Группа 4, морф. И погнали. И погнали смотреть, что у нас получается. Ну ладно, ладно. Ну не будем на всю группу, потому что там крутые были басы и без него. Ну, давайте спустим, например, вот на этот бас. Да? Чё
Чисто в этот момент, когда он у нас задействован. Давайте его используем. Та-да-рам, да-да-рам. Без. Так, он без будет вообще звучать? Без, наверное, и не будет. Так, это надо... Давайте я продублирую канал, чтобы посмотреть. Ой. Аудиотрек. Как он будет по отдельности звучать? Да, вот он звучит. А теперь, как он звучит с морфингом. Да, хороший бас и второй бас тоже. Ну, это понятно. Давайте опять голые послушаем, как они вдвоем выглядят. Вот они, два голые. Вот они. Эй. Ну понятно, у него вообще рум такой, рум, ну пофигу. Вот, ну вот так они звучат, когда... Дайте-ка я на колонках послушаю, блин. Реально хочется послушать всю мощь. Сейчас будет, наверное, рубить. Бляха-муха, говорил что-то, блин, такую важную информацию вам рассказал. Говорю, да хера людям не нравится, не нравятся мои что-то стримы, типа подача непрофессиональная, там не могу им там объяснить то все. Я никогда не запрещал задавать какие-то реально четкие вопросы в чат, зашел в Twitch, подписался, там, не знаю, ну, какие-то реально серьезные, там, какой секвенсор, где скачать, что там такое, я на такое, конечно, блин, впаду мне отвечать, вы там друг другу сами можете ответить. А потом какие-то, бля, кучу дизлайков начинается. Никто, блин, не знаю, смотрит мои стримы. Да, вот вы приходите сюда, вы смотрите мои стримы. Ну, блин, вы хоть раз реально взяли, там, показали, поставили там положительный отзыв. Помимо лайка, там, чтобы люди посмотрели, что да, вы как там говнюки. Вот, посмотрите, реально хороший отзыв, реально хороший стрим. А то лайки-лайки, только, то есть, не знаю, только... Редко, на самом деле, кто-то из вас оставляет что-то положительное словами. Вот все. Хоть... Ну и в принципе, да, можно вот так работать, лупы делать.
там брать, как бы и делать такое. Оу, немножко неправильно по оформлению. Например, можно вот так сделать, наверное. Опять же, оно должен перед ударом быть крутым. Сейчас. Бля, так не хочется на самом деле домой. А теперь давайте кое-что поставим для мега крутого, бля, не знаю. Типа Ванесса Мэй, только это не Ванесса Мэй. В этот раз у нас будет что-то немножко по драйвове. Так, контакт. Как всегда я начинаю тормозить. Уже. нет, я имею в виду под видео на Викисаунде стримы, которые я выкладываю. Просто, ну, блин. Понравился стрим, ряд? Напишите отзыв, там, не знаю, что-нибудь там. Может, репостните. Ну, я не знаю, блин, просто так. Для начала мне надо как бы раскрутиться, чтобы больше людей узнало, что я могу что-то делать. Пусть некачественно для многих, но... Да. Вообще хотелось бы потом, блин, с басами поработать еще по стерео, но, блин, у меня нет времени на это. Я бы еще пару штук фишек показал. Давайте зайдем на диск. Да, пусть будет диск F. Turning you kindly, it's alright if I always let you down. Would you do the same for me? Oh, Ray, will I ever make? Я не уверен, что она сейчас подойдет, потому что я немножко другой буду. Do you feel you're getting cold? Ладно, тут просто. Why does there is life that there is life that table? Правда, очень тонко звучит, потому что надо, блин, это сводить. Давайте. Арона. Науди джангл мотивированный. Мотивейшн. Интересно, они у них там подведены под темп или нет все-таки. Так. Проверим сейчас. Yeah. My lack of freedom.
Блин. Тут чуть-чуть надо подвинуть. Да ёптель, моптель, у них есть кнопка перелистывать нормально как-нибудь. Ну ясно, короче, да? А вообще, для полного смака, для полного такого стиля обычно не хватает арпеджио какого-нибудь верного. Чтобы был верный арпеджио. Так, это не то. Ну ладно, давайте это пока замьютим, а это просто зажмем, потому что у нас должна быть здесь сайдчейна, которая будет сайдчейнить как минимум. Понятно, ребята, как надо работать? Понятно вам? Понятно. Понятно было. Ребята, понятно? Бляха-муха! Ну. Да грёбаный. Давайте нормально настроим этот. Эй!
Эй, пацаны, давайте короче. Начинается. Что у нас там дальше есть? По варианту. А по варианту вообще, по варианту. Да, тут правильно надо засайдчейнить, чтобы хорошо, но не этим возможно. Прошлите, пройдемся. То есть вот оно, ты написали снова баса, как бы никто не мешает вам. Да не то. Фигня. Говно какое-то. Пошло, арпежум. Нет, зачем это мотивейшены ваши? Я же это еще не сводил. Ну, я не умею сводить, пацаны. Вот честно, не умею. Ой, это надо реальность. После того, как ты этой херней до хера времени занимался, тебе еще надо сидеть. Еще, блядь, не знаю, тысячу раз слушать. Угу. Так, дайте я на колонках послушаю. Я нигде ризы не брал. Ну, то есть брал, ну, как бы я брал для там морфинга. Вот, я же вам тебе показал, как можно накрутить крутой риз. Так же и сам, блин, сделал, накрутил. Все. Thank you.